В министерствах и акиматах страны введут новые должности. Об этом стало известно во время проведения первых национальных слушаний по обсуждению концепции развития гражданского общества до 2025 года. Министр общественного развития Дархан Калетаев рассказал, что новые сотрудники будут отвечать за взаимодействие госорганов с представителями общественных объединений НПО. Сейчас ведомстве разрабатывают методические рекомендации. В них будут прописаны полномочия ответственных лиц. Как раз это будет уполномоченное лицо, которое будет непосредственно в этом ведомстве отвечать за направление развития связи с неправительственными организациями. Сейчас, если возьмете любое ведомство, у любого ведомства есть формат общения с гражданским сектором, с гражданским сообществом, с неправительственными организациями. Для более тесного контакта, я думаю, что такие лица необходимы. Эти вопросы не только сейчас обсуждают на национальных слушаниях. Представители госорганов, общественные деятели и гражданские активисты рассматривают, как решать острые социальные проблемы сообща. По итогам встречи стороны заключат меморандум о тесном сотрудничестве.